Эй, всем привет, всем привет! Вы на канале Ушмыги, это Шмыга, и небольшое дополнение к видосу, который я уже делал. Вы писали в комментах, что там еще открывается вторая комната. Кто-то писал, что просто открыл вторую комнату. Я про это не знал, спасибо, что написали. А сейчас покажу, как открыть две комнаты очень быстро. Буквально там 4 нажатия клавиш. Ну, не 4, а несколько больше. Вначале открываем на понижение мечей, то есть мечи должны быть вниз. Вот. Задача какая? Мечи вниз или наверх, потом вниз или потом наверх, неважно. Я сделал вначале вниз, потом наверх. Откроется вот эта дверка и откроется вот эта дверка. Спасибо еще раз, кто писал в комментах. Спасибо большое. Вот. Соответственно, как открыть вначале первую дверь? Мы... Ну, крайний левый и верхний. Или как лучше, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6 говорить, или как. Ну, в общем, следите за мышкой. Вначале мы открываем левого, тыкаем в левого. Потом мы тыкаем в отдельно стоящего рыцаря. Потом мы в нижней комнатке левого открываем. У нас открывается... Открывается дверка вот эта. Почему я, кстати, не стал после того, как я поднял, мне написали, что задание выполнено, я и дальше не стал заморачиваться об этом, а оказывается, надо было. После чего мы должны открыть вот эту дверь. Это тоже очень все просто. Мы второго рыцаря вот здесь нажимаем, здесь, в нижнем, ну, в этой комнатке, вот этого рыцаря, и здесь левого и второго. И открывается вот эта комнатка. Соответственно, здесь в этих комнатках лежат ресурсики. Вот, с помощью таба подсвечиваем и все забираем. Вот, они в дальнейшем нам пригодятся. Вот. Соответственно, и вот в этой комнате тоже у нас золотишко. Вот, еда там была, да? В лагере нам это понадобится, когда мы будем размещать лагерь. Вот, вот, собственно, и все. Если понравилось, ставьте, жмите лайки. Если есть еще что добавить, то пишите в комментах. Я, наверное, начну эту игру, наверное, раз в 12 и буду дальше ее также сначала проходить. Всем спасибо, кто просмотрел. Увидимся уже на стримах. Всем спасибо, всем счастливо, пока.